Я приветствую всех зрителей Music Money. В эфире наша постоянная рубрика «Власть моды». И в этой рубрике, как обычно, я, Лариса, стараюсь рассказать вам о всех модных вечеринках, которые произошли в нашем городе за неделю. А также стараюсь показать всех стильных и интересных людей, которые не пропускают ни одного такого модного мероприятия. И сегодня у меня для вас репортаж с празднования Хэллоуина на дискотеке «Империя», которая проходила там в ночь с 29 на 30 октября. Хэллоуин – страшный праздник, пришедший к нам из Америки, постепенно приживающийся и у нас на Украине. Главные атрибуты этого действа – ужасающие рожицы из тыквы, страшные костюмы, но параллельно с этим все-таки хорошее настроение. Давайте посмотрим, кто попал во власть модного современного праздника и всех напугал своим видом. Итак, внимание, это диско-клуб «Империя» и у нас Хэллоуин. Что мой костюм? Ну, он просто специально для этого праздника. Это костюм сценический и он не стоит вообще нифига. А на самом деле это костюм вампира, которые бы, если бы они были среди нас, они бы одевались именно вот так. Но у меня все. Привет, меня зовут Оля. Сегодня я не пришла в страшном костюме, потому что мне нравится одеваться так. И потому что я... в Украине еще не прижилось этот обрат, не прижился, как бы еще не переодеваются в страшные костюмы в нашей Украине. Все. Привет, меня зовут Дима, я учусь в Горном университете. Мне очень нравится праздник Хэллоуин, хотя я очень много знаю о нем, но мне очень нравится танцевать, гулять. Я очень часто хожу на Империю, здесь очень весело, здесь люди очень развлекательные. Праздник Хэллоуин – это вообще очень прикольная вещь, хотя в нашей стране это мало развлекательная вещь, но я думаю, что в дальнейшем будущем у нас этот праздник очень развинется. Поэтому я думаю, что скоро наши люди поймут этот праздник, и думаю, будет все очень круто и классно. Сегодня я пришел без костюма, ну, я не знаю, мне нравится стильная одежда, такие вещи облегающие. Поэтому, ну, мне не очень нравятся парадные вещи и такие концертные. Поэтому я одеваюсь так, как я хочу, и так, как мне нравится. Меня зовут Сергей. Праздник Хэллоуин – это такой праздник, в котором присутствует какой-то хаос. Просто хороший праздник, и нам стоит, чтобы у нас в жизнь воплотился, потому что у нас слабо его так отмечают. Честно, желание было прийти в таком костюме, чтобы пропустили.
Но я поздно о нем узнал, честное слово, просто не знал. Так бы я обязательно какой-нибудь костюмчик точно себе какой-то примерил. Наверное, графа Дракулы. И был бы в нем. А вот вместо модного прогноза на следующую неделю, сегодня у тех, кто не испугался злых духов и пришел на Хэллоуин в Империю, я спросила, чего в жизни они боятся больше всего. Больше всего в жизни я боюсь остаться сама. Самое большее в жизни я боюсь, это девушек очень-очень плоских. Я люблю девушек очень пышных, красивых и привлекательных. Больше всего на свете я боюсь остаться в горном одиночестве с целой кучей вампиров. Больше всего на свете я боюсь старости. Это точно. Похоже, что Хэллоуин пока что у нас на Украине воспринимается в лучшем случае как карнавальное действо или просто повод повеселиться. И никаких злых духов наши люди не боятся. И вообще у нас на Украине испугаться можно разве что очередного подражания цен. Но злые духи, нечистая сила здесь совсем ни при чем. Ну что ж, время рубрики «Власмоды» постепенно исчерпалось. С вами была Лариса, я прощаюсь до следующей недели. Не бойтесь экспериментировать в одежде, будьте модными, будьте во власти моды. Все, всем пока! Music Mania!